Да, Богдан, не мог бы подойти. Да, вспомнишь, что-то не хватает от усилия, вот. Да, в эти выходные не только у нас неделя Жены Мироносец, о которой я забыл, но и был еще был день рождения последнего императора Эфиопии, Хайле Селаси I, Хайле Селаси Ай. Вот об этом я понял, потому что у нас мероприятие было запланировано, которое, к сожалению, не состоялось. Да, ну и вот, вот есть такая песня, в общем-то, посвященная императору. В общем-то, я уже исполнял, но тем не менее, с сегодняшней датой можно повториться. Повстанцами. Очень много параллелей, да. Так, ну и что ж, и вторая песня, наверное, будет. Я просто думал, будет всего три песни. Вот. А кстати, вот у нас тут положено задавать вопросы исполнителям. Вот я пользуюсь случаем, хочу задать вопрос Дмитрию Студенному, как исполнителю. Дмитрий, расскажи, пожалуйста, а вообще, что планируется летом удачи сообщества в течение остального сезона? И не планируете ли свои мероприятия вообще выносить как аналог на природу, например? Что вам за это мы на обсуждение обсудим. Понятно, хорошо. Вот я забросил выручку. А, и второй вопрос. А удалось ли придумать итоги финальную песню, которую будем коллективно исполнять? Это мы в конце обсудим. А, это мы совсем... Не, можно предложить, да, вот второй круг закончится, если время останется. Будет там степ-платье, да. Если что, есть на хранителе некое произведение. Ладно, неважно. Thank you.
такая, как ее задумал Бог, а как ее задумал Бог, а я как будто колобок в чистом поле без конца да без края, а сам не низок, не высок, не высок, не низок, сам не близок, не далек. А ты катись, колобок, с окна на порог, а с этого вперед по смородине брод. Ты катись, колобок, тогда на порог. Ты катись, колобок, с запада на восток, через север на юг, обернись, сделав круг. Ты катись, колобок, с окна на порог, головой вперед по смородине. По сердцу, а то ли это Африка, а то ли это Арктика, а вот и вроде дождь с детства знаю, как не свести в сказку грустному концу, оно ведь то теория, а вот это практика. Где ж одно село, даже след замело, кто там чаще ответь, зайчик или медведь? Слева бродит лиса, за спиною коса, за обыстренный волк, зубы белые щелк. Косогоров полет, но ваш наказ не про нас, после нас хоть подход, мать сырая земля, то целует, то бьет, то в грох, а то в глаз, то в губы, то в лоб. Поэтому хотел сбиваться. Ну ладно, все хорошо, что хорошо кончается.